древние тайны в столетнюю даль. Воздухом правит птица Кецаль, кондор для неба лишь малая мера, и солнце над Мексикой словно сомбреро, и к солнцу, к луне пирамида стремится, в Паленке, в Ушмале и в Чичен-Итце сошлись три культуры на площадь Сакала, где песнь мариачи вовек не смолкала. На Красной площади оркестр вооруженных сил мексиканских Соединенных Штатов, дирижер-майор Агриппина Сентена Бланко. Как приветствие прозвучало название главной площади Мексики, самой большой площади Южной Америки, Сакал, или, как говорят мексиканцы, Соколо. Второе ее название – площадь трех культур. Это культуры Теночтитлан, доколумбовая эпоха ацтеков, на площади находятся развалины древней пирамиды, испанская культура, представленная собором Сантьяго, и третья культура, современная, мексиканская, представлена башней Тлателолько. Невозможно обойтись без «Сиелито Линдо», в переводе «Красивое небо». Ай-яй-яй-яй, пой и не плачь, потому что, когда пою, радуются сердца, такие слова в этой песне. На Красной площади военный оркестр из Мексики сыграет всего 18 музыкальных фрагментов и завершит выступление маршем из оперы Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам».
мы видим на площади танцевальные пары. А между тем Красная площадь в Москве вымощена камнем. И танцевать на этом камне на брусчатке очень непросто. А камень этот называется долерит. И привезен он из Крыма. Произошло это название долерит от греческого слова «долерос» – коварный или обманчивый. Его трудно добывать, потому что он очень твердый. Но на нем очень трудно танцевать, потому что когда он влажный, он еще и очень скользкий. В этом году исполняется 125 лет установлению дипломатических отношений между Россией и Мексикой. Спасибо вам, друзья, за восхитительное шоу. Грация спор буэстро, магнифика актуазьон.